Итак, дорогие друзья, приветствую вас на канале MG Play. Сегодня мы посмотрим временную акцию, временное мероприятие. Это погоня за симпу. Это нечто подобное, что у нас было с блогером ниндзя. Только на этот раз будет Александр Стреловержец, герой симпл. Сделаны в партнерстве с этим блогером, киберспортсменом. Как видим, здесь нам дают сет меткости, который, в общем-то, полезен на многих других, а также на этом герое. И на седьмой день мы получим самого симпла. И как называется, Стреловержец Александр, у нас вот такие вот высшие эльфы. Но важно понимать, что здесь характеристики указаны для 5 ранга и 1 уровня. Поэтому здесь параметры атаки, защиты, здоровья будут невысокие, свойственно для других героев, в общем-то, 1 уровня. Потому что 1 уровень самый маленький уровень в игре. Но радует то, что база скорости как минимум 100 единиц. Прятый на 6 ранг, возможно, даже будет чуть-чуть больше. Моделька персонажа на любителя. Тут, конечно, как видим, вырезы для ушей сделаны в этом капюшоне. Ну так, лук классно выглядит, броня классно. Но вот здесь, конечно, нужно было бы проработать. Но в ниндзя тоже не все идеально было именно с той частью, где вот лицо, голова, там проработка. Ну, нужно понимать, что это такой больше фан-сервис. Хотя, повторюсь, в принципе, колчан, лук, все интересно. Ну, а нас больше интересуют навыки. Первый навык — это арктический бой. Атака по врагу с вероятностью 35%. Накладывать заморозку на один ход. Этот шанс возрастает до 50% против врагов из фракции орков и племени огринов. Это будет интересно и на крипте фракции, и в роковой башне, и везде, где есть на пачках враги именно из этой фракции, этой цитадели. В общем-то, как видим, на шанс не точится, только на урон. Это указывает на то, что можно, в принципе, первое время играть без книжек. И вот у нас второй навык. Это дождь стрел. Атака по всем врагам. С вероятностью 75% накладывает штраф защиты при апе до 100%. С вероятностью 75% накладывает слабость на врагов из фракции орков и племена огрена. А тут уже дело в том, что может быть интересная такая ситуация, что и на арене вы будете встречать этих орков либо огренов, и вы можете просто переставлять героя под текущую пачку. Ну, в защите, соответственно, враги будут знать, что у вас есть такой Александр Стреловержец Симпл, и они будут подбирать наоборот, чтобы орков и племена огренов было поменьше. Но в атакующей пачке скоростной на арене это будет нормально. Штраф защиты хорошо, герой атаки, в принципе, нормально, урон от атаки. Сеты меткости нам выдаются, ну я бы как одевал бы. Два сета расторопности, это меткость плюс чуть-чуть скорости, и один сет беспощадности, либо сет атаки. И вот третий навык, это победитель. Атака по врагу снимает с цели все бонусы. Это интересно, если цель из фракции орков или пленов огренов, снимает с нее все бонусы перед атакой. Это еще интереснее. Перезарядка будет 4 хода после апа. Но я бы особо и этого героя, ну, скажем так, при первом получении его, при том, как вы начинаете одевать, прокачивать, я бы не спешил вливать сюда книги. Можно апнуть 6 ранг, покрасить на все 6 звезд, но книги я бы не спешил вливать. Реально, только для этого навыка. Если все книги залетят именно в дождь стрел, это будет круто. Этот навык, он был бы полезен на цитадели магии, но уже очень много героев, которые могут снимать бонусы. Если удастся залить книгами и сократить перезарядку до 4 ходов, да, вполне можно использовать на цитадели магии. И вот аура лидерка увеличивает меткость союзника во всех боях на 60 единиц. 60 единиц, это хорошо, можно ставить его в лидерку, лидером отряда. Соответственно, будет хорошая меткость и для этого навыка, актуальна и для снятия бонусов актуальна. По сетам, смотрите, вот эти сеты меткости нам даются, но мне больше нравятся сеты расторопности. Я очень люблю крафтить в кузнице. Вот мы сейчас можем что-то закрафтить. Как видим, сет расторопности дает меткость плюс 40 единиц и скорость плюс 5%. В комплекте из 2 штук можно 3 таких сета, можно 1 такой сет, 2 таких сета. Как видим, тут даже меткость чуть-чуть у нас появилась. В принципе, таких сеты, ну, интересно будут смотреться. Либо еще вот этот сет, который я рассказывал. Здесь мы ставим сортировку по названию сета, и идем, и находим сет беспощадности. Атака плюс 15%, игнорирует 5% защиты врага. А вот такой вот один сет и два сета расторопности, скорость под 200 единиц, или там даже 210. Герой будет очень хорошо играться. Этот Simple Dimple наш любимый, ожидаемый, да любимый, дорогой. Такое было мое мнение. Всем пока.